Госинституту. Он живет на гособоронзаказе. Он прилично экспортирует. Он живой, на его площадке будут выносить, насколько я помню. Но денег на это нету. Нет, пить паровоз они будут, что мы вынесем все на новое место. Тимошка, кстати, особо даже не говорят, что будут выносить. Хотя как раз рекомендация территории вообще не мешала бы на самом деле. Его не будут выносить точно, потому что на Росвертол деньги может выделить федеральное государство, да? А на Россельмаш точно нету. Россельмаш надо санировать территориально, оставлять ему то, что ему надо, и забирать остальную территорию под городское развитие. Это здоровый кусок Сельмашевского района. Инфраструктурно обеспечены. У вас такие ресурсы. Это ваш ржавый пояс, который надо рекультивировать, реновировать и делать городской застройкой. Ну, не знаю, до чего ваши там договариваются. Давно пора было это сделать.